Этот мост получил название Ладожский. Он возведен на месте незабываемых боев и задуман не только как переправа для автомобильного транспорта. Это и памятник великому подвигу. Отсюда, с этого берега, ровно 40 лет назад, 12 января 1943 года, войска Ленинградского фронта перешли в наступление. Так началась операция «Искра» по прорыву вражеской блокады. Участники митинга, посвященного этой знаменательной дате, открыли мемориальные доски воинам двух стрелковых дивизий и танкистам фронта, которые первыми здесь форсировали Неву. Вот как это было. В наступлении 136-я стрелковая дивизия. За эту операцию она станет гвардейской. А ее командиру, генерал-майору Симонюку, будет присвоено звание Героя Советского Союза. Навстречу войскам, наступавшим из Ленинграда, шли соединения Волховского фронта. И когда бойцы двух фронтов встретились в рабочем поселке номер один, вся страна, весь мир поняли: Ленинград спасен. Едва ли кто видел их слезы в суровую военную годину. А сегодня... Снова встретились воины двух фронтов. Но уже через 40 лет. На сцене Дворца культуры имени Горького ветераны операции «Искра». Федор Кузьмич Румянцев был заместителем командира по политчасти 61-й танковой бригады, которая участвовала в прорыве. Хроника героических лет. Первый поезд с большой земли. По дороге, проложенной вдоль южного берега Ладожского озера, страна посылала в Ленинград эшелоны с продовольствием, боеприпасами, сырьем для предприятий. Блокада была прорвана, но враг стоял у порога города. И нужны были еще большие жертвы и огромные усилия, чтобы выстоять и победить. Под руководством Ленинградской партийной организации люди продолжали трудиться и сражаться. Не прекращали работу израненные снарядами и бомбами предприятия. Город готовил решающий удар по врагу. Искусство тоже было боевым оружием ленинградцев. Все 900 блокадных дней работал театр музыкальной комедии, поднимая боевой дух защитников города. Мы едем далеко, подальше от нашей земли. На встречу, посвященную 40-летию блокадной постановки спектакля «Раскинулось море широко», пришли его первые зрители и участники. Эта встреча как бы воскресила историю рождения любимого спектакля «Балтийских моряков». Спектакля их молодости. Один из авторов либретто – поэт Всеволод Азаров. Снова в той же роли, что и 40 лет назад, солистка балета Нина Васильевна Пельцер. Thank you.
Эпизоды героической комедии, так популярные в блокадном городе, уносили зрителей в далекие, но незабываемые дни. Память сердца привела молодых ленинградцев к рубежному камню на знаменитом Невском пятачке. Здесь же и ветераны этой огненной земли, земли отважных. Невский пятачок, небольшой плацдарм на левом берегу Невы, стал одним из символов несокрушимого мужества и стойкости защитников города Ленина. Здесь родилась гвардия Ленинградского фронта. Около 400 дней удерживали свои позиции воины Невского плацдарма, сковывая крупные силы фашистских войск. Проходят годы, но не забыты герои, которые ценой своей крови и самой жизни принесли Родине победу. Старт этого пробега был дан там, где в дни блокады проходила легендарная ледовая трасса через Ладогу. Среди участников традиционного зимнего марафона и ветераны дороги жизни. Километры героического пути. Это марафон памяти. Памяти о тех, кто прокладывал дорогу жизни, кто в метель, в 40-градусные морозы вел по ней в Ленинград машины. Сорокалетию прорыва блокады было посвящено торжественное заседание в Академическом театре оперы и балета имени Кирова. Заседание открыл член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов. От имени Ленинградской партийной организации он сердечно приветствовал находящихся в зале ветеранов войны и труда, всех мужественных защитников колыбели Великого Октября. Герой Советского Союза, генерал-лейтенант запаса Медведев, бывший фронтовой разведчик, кавалер трех орденов славы Баранов, бывшая регулировщица дороги жизни Данилова, другие выступавшие, говорили о том, что стойкость и героизм многих тысяч сынов и дочерей нашей Родины, отстоявших в годы войны город Ленина, непревзойденный образец величия духа советского человека. Этот подвиг принадлежит истории. Он переживет века.